В Звенигороде прошел брифинг с жителями Одинцовского округа по вопросам программы социальной газификации. Несмотря на широкую информационную кампанию по данной теме, вопросы у людей все еще остаются. Первый заместитель директора филиала «Мособлгаз Запад» Наталья Четвертакова дала подробное разъяснение по каждому из них. Единый оператор газификации «Газпром» у нас заинтересован в том, чтобы житель запустил газ и пользовался, соответственно, оплачивал. В брифинге приняли участие представители администрации округа, территориального управления, старосты сел и деревень. Больше всего жителей интересовали сроки строительства, информация по оборудованию, льготам и благоустройству, а также возможность включения новых населенных пунктов в программу в предстоящем году. Ряд вопросов удалось решить, не выходя из зала. Другие взяты на контроль и будут закрыты в ближайшее время. Значит, что такое льготы? Вам полностью компенсируется стоимость строительства внутри земельного участка. Или ваш участок, который, кстати, да. Вот там полностью бесплатно. Да? И плюс 80 тысяч рублей на компенсацию газового оборудования. По программе социальной газификации в Теруправлении Звенигород построено более 45 километров распределительного газопровода. До конца года осталось построить около 7 километров. Газифицировано 45 населенных пунктов. По программе соцгазификации подключено к магистрали 255 домовладений. Елена Краева, Михаил Лакеев, телекомпания «Одинцова».